Приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Короткое сообщение по поводу моих дел. Хочу, не знаю, поделиться. Дела пока что не решаются. Прилагаю все усилия, потому что ситуация, как я до этого говорил, на уровне вмешательство высших сил, опять же, моих, не моих. Как я в Телеграме говорил, вроде бы как через эту ситуацию меня выводят на другой уровень. У меня поток 13, сейчас эфир, вроде как учитель мой отошел в сторону, и теперь я общаюсь с Илем. И он мне отвечает тройными импульсами. Но до этого Фир мне советовал делать или доверять человеку, который сейчас меня поставил в такую ситуацию. И тут можно, конечно, первичная мысль обидеться на это, но с другой стороны, я понимаю, что это урок, который готовился для меня. Это я понимаю. И даже благодарен за то, что он мне как ходил Адам по раю, да, ни о чем не думал, я был счастлив, да. Сейчас он меня погрузил в такие мирские проблемы, при том очень большого уровня. Да, там, как я говорил, там десятки миллионов сейчас на мне вешают, и я должен выйти отсюда так, каким-то способом. Это, то есть, большое испытание. Если я пройду, значит, я буду молодец. Не пройду, но, может быть, и даже значит, не будет смысла мне тогда продолжать мою деятельность, потому что не смог. Не смог справиться. Вот, соответственно, спрашиваю теперь уже у Иля, тот мне опять дает советы, и вот я уже так с сомнением, не углубляется ли это мой урок благодаря таким советам, и, может быть, вывод простой, я должен сам это делать, ну, свои действия. Ну, в принципе, да, так и должно быть. Ну, в общем, доверие мне такое сейчас, ну, хочется верить. Еще есть вера, но как-то, в общем, я в такой в грустной, что ли, позиции нахожусь, потому что это, ну, по-человечески это предательство, да, но по тонкоматериальному это вот то, что я сказал. Это урок, который должен пройти. Один комментарий я там прочитал злорадный, что типа, ага, там, а я предупреждала там, что-то такое, примерно. Ну, вот тут как раз в этой ситуации все и проявляются. Кто что стоит. Слова – это одно, а дела – это другое. Вот. Значит, конечно, надо решать проблемы, но хочу тут пару слов, то, что я еще могу на этом канале сказать. Это так, где вот это что? Нет. Где? А, вот это. Это вот мой сайт картин. Я поподробнее сейчас тогда скажу. Ну, кто не был, кто был, вот так он выглядит. Вот, волшебные картины. Это то, что, ну, оценить в деньгах практически невозможно. Можно, конечно, оценить, но это бесценно. Напоминаю, если кто не слышал, это картины, которые постоянно излучают энергию. Нет никаких ни аккумуляторов, ни проводов. Ну, на уровне иконы только сильнее. Вот. И есть очень ценные картины. Вот эта вот, наверное, она самая первая и самая, может быть, ценная. Вот. Есть и менее ценные, ну, в общем, я готов их, значит, при нахождении желающих продать. Ну, каких-то нет, вот эту я теще подарил, значит, вот это у меня нет, вот это, по-моему, нет, вот это нет, вот это нет. Так, вот этот триптих, он итальянцам нравился, хотел в выставке участвовать, но вот это вот пойдет для выставки. Ра хочу оставить, ангела хочу оставить. Ну, вот остальное, в принципе, можно рассматривать.
продажи. Вот этих у меня нет, квадратненьких. Пепел утраченных книг тоже важная картина. Тут может возникнуть вопрос, а что пепел не помогает? Но пепел мне долгое время помогал, мне было нормальное материальное состояние. И если этот урок создан более высшими силами, так ну, тут это не поможет. Вот, значит, ну вот эти. В общем, приглашаю желающих купить. Если у вас есть знакомые, кто собирает картины, вот этого нет, то можете предложить, потому что это уникальные картины, как вы, наверное, и знаете. Вот эти чакровые картины в комплекте, если кто, вот это я подарил. Значит, вот эти картины я готов продать, и они мне помогут, потому что мне нужны средства, конечно, не такие, как которые мне присылаете, вы мне присылали. Я сейчас буду рассчитываться с людьми, потому что люди ни в чем не виноваты. Я плачу все до копейки. Но нужно еще средства для завершения работы. Завершу работы, которые есть на объекте. И, в принципе, ситуация тогда практически решится. Там хорошие деньги остались, но их надо еще дозаработать, подписать и так далее. Сдать объект, и там все выправится. Я на этом сейчас и работаю. Это основной вариант. Вот. Какой был вопрос еще? Я уже что-то не помню. Что-то хотели мы обсудить. Ну, в общем, в принципе, вот это основное. Делаю я, если там в плане там советов, я все помню. Делаю намерения и так далее. Трансерфинг, по-моему, все это я помню. Просто выбивает, когда идут звонки и идут требования по долгам, которые я не создавал. Вот. Поэтому это выбивает и из состояния такого спокойствия, что ли, да, это, конечно, мешает. Вот. Ну, вот что хотел. На этом мое короткое сообщение я заканчиваю. Если загрузится на основной канал, значит, это будет, наверное, нормально. Эфиры на основном канале еще не могу вести, там идет запрет. Тоже вот обрезали. Если бы большее количество людей узнало про, так сказать, мои затруднения, ну, наверное, и помощи было бы больше. А так даже из разных стран пытаются перевести. Сегодня вот ВКонтакте, внутри ВКонтакте есть еще возможность перевода. Внутри ВКонтакте сегодня был впервые перевод. Вот, из Канады хотят помочь, из США, из Азербайджана, из Беларуси, из Казахстана. Всех благодарю. Значит, это проявление части, что мы все части единого Творца. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Пока.